Однако, доброе утро. Когда просыпаешься в таком месте, оно всегда доброе. Начнем с вами очередное занятие. Считаю, тоже одно из самых важных для нас. Ничто так не влияет на яхтинг, нас с вами, как погода, как погодные условия, которые мы должны всегда учитывать перед выходом в море. Очень много мореплавателей попали в неприятную ситуацию, не учитывая прогноз погоды. После долгой и интересной лекции, запись которой я выложу в отдельном видео, мы отправились дальше, перед этим отработав швартовку. К сожалению, практически занятия мне записать не удалось. Мы выходим из бухточки, идем в другое, не менее замечательное место. На буйках, на такой импровизированный буйок, бутылка, плавает и плавает, вон там буйок вообще утонул. Причал с пляжиком, интересное место. Интересно, не тоже какой-нибудь ресторан? Отлично, здорово! Да. Под нами! Налево, налево! Налево, штурмальчик! 150 градусов, держи! Направо! 150 градусов, Коля! Вот он, вот он, вот он, вот он! Вот! Прибыли на очередное место стоянки. Некая Кумльбюке. Не знаю, конечно, знаешь. Но, наверное, для турков это вполне себе нормальное название. Место красивее другого.
Вот прям вот смотришь на эти красоты, которые создала природа в Турции, и не можешь ими насладиться до конца. Просто все радует глаз. Горы, море, яхты. Турецкая гостеприимность. Собираемся на ужин. Привет. Послать, конечно. Мне предложили послать видео с айфона. Маранчик припарковался с нашими соотечественниками. Конечно, они накосячили при парковке, поцарапали борт себе. Ну, что делать? Селяви. Чувствуется, когда мы в следующем году возьмем чартер, будем также косячить. Команда пошла на ужин. Очень приятный. После дневного дна вообще на яхте очень приятно, когда вечерочек бывает. Я даже слегка обгорел. Ну, чуть-чуть. Сейчас мы посмотрим, что у нас сегодня будет. Коля, давай полный вперед! Окей, разогнались. Приятная музыка. Колоночка на пальме. Красота. Вообще идешь в саду. Одно место лучше другого. Турция – шикарное место для яхтинга. Вот наш столик с видом на пляж.